Заплатил за газ, получи подарок чайник или тостер. 67 южноуральцам выдали сертификаты на покупку бытовой техники. Компания «Новатэк» подвела итоги акции «В Новый год без долгов». Кто стал победителем, расскажем в нашем сюжете. Ванесса, крути барабан. Ванесса крутит барабан, маленькой ручкой достает шары с цифрами. Из них составляет номер лицевого счета. Это и есть победитель акции от компании «Новатэк Челябинск». Ее объявили месяц назад. Абонентам нужно было погасить все долги за газ перед боем курантов, а после отправить чек на конкурс. Ты оплатил, погасил весь свой долг за потребление газа, еще и получаешь бонус, какой-то приятный приз, который ты можешь, я так понимаю, сам выбрать еще в магазине. Я являюсь абонентом газа. Эти акции, я считаю, что очень приятные, и победители будут рады, кто узнает о том, что они выиграли приятные призы. Челябинске подводят итоги акции «В Новый год без долгов». В ней приняли участие свыше 600 тысяч южноуральцев. Все они – абоненты крупного поставщика газа. 49 призов по номинации пищеприготовления, это те, у которых есть газовые плиты, подарочная карта стоимостью 1000 рублей. И 18 подарочных карт на 4000 рублей – это те абоненты, которые имеют отопление. Список победителей разместят на сайте компании. Я отмечу, это не первая акция от «Новатэк Челябинск». В конце декабря крупный поставщик газа подвел итоги конкурса «Абонент года 2016». 67 призеров получили сертификаты на покупку чайников, мультиварок и другой бытовой техники. Нарешведова, Иван Бредихин, ОТВ.